Итак, идем дальше. Рицко де Ран. Вперед. О, господи. Так, ребят, три песни для Рицко нужно. Предлагайте быстро, пока я костюм выбираю. Хотя надо сначала песню, потом костюм более подходящий. Вот этот подходит. Скаймал, 99 ночей нельзя. Так, дальше Overmaster. Так, Overmaster, ладно, возьму последний. Сначала Гумовой и потом Overmaster. Где там? Но, Максим, знаешь, к сливным концовкам я так хорошо, я уже так привык, что мне на это просто насрать. Я наслаждаюсь процессом. Вот чем. Так что, если хотя бы половина нормально сделана, то я уже доволен. Потому что в последнее время все сливается. Поэтому лучше забить на это и не ожидать особо чего-то такого. Вот что я скажу. Погнали! Господи. Да, нормально, а что тут такого? Вчера мы вообще в Moya Chronicles разговаривали с Тян, которая была повернута к нам жопой, так что нормально, что тут такого? Нормально. Так, ладно, погнали. Последняя песня, какая последняя? Та, что в списке сейчас, Overmaster называется. Так, все норм, вперед. Да, я помню. Ну вот видите, так что, что тут такого? Я думаю, вы, ребята, это уже пережили после вчерашнего стрима. Так, ну как оно, Рицко? Ты готова как бы подняться сегодня, как идол снова? Ну, второй ранг-ап, я немного, да, напряжена, но все же. Что с тобой такое? Какие-то проблемы? Ну, первый раз еще более-менее, но сейчас у меня такое чувство, что я сознание потеряю. Тогда, может быть... Я подниму тебе настроение, блин, за руки взяв, я не успеваю. Ну ладно, не надо, короче. Ну ладно, как хочешь. Тогда постарайся. Ну, не хочется, чтобы я ее трогал, ну ладно.
Ну что ж, готово. И... да. Деранг пройдено. Ну, слушайте, риску не такая уж плоха. Особенно вот... эти три песни нормально, нормально. Хотя на Овермастере ей нужно... ей нужно быть слева, но ладно, и так сойдет. Ну, как оно? Короче, очень тяжелые слова, и я, короче, добилась победы, это самое важное. Короче, как ты, благодаря хорошей поддержке и много и усердной практики, я смогла добиться результата, победы. Если я ничего не путаю. Да, поздравляю. Однако ты это так странно сказала. Я рада, что у меня все получилось. Все-таки я могу все-таки качать свои навыки, скажем так, становиться лучше. Да уж, действительно, я очень рад. Поздравляю еще раз, Рицко. И вперед на бис. Да, вот, кстати, жаль, что очки нельзя и снять. И гол... Хорошо, пройдено. Ну что ж, сценка. Да, ребят, это... не обращайте внимания. Так, Рицко успешно, короче, подняла свой ранг. И видно, как она медленно и потихоньку растет, как идол. О, господи. Что тут происходит? Да-да, вот там, вот там. Ай-сэй! Так. Да, вижу, видно, что ты как бы очень перетрудилась. Да, массаж — это то, что мне нужно было. Ой, когда, как мне этого не хватало. Да, слава богу, что мне удалось встретить первоклассного массажиста.
Да слишком ты сильно высоко меня оцениваешь сейчас. Ну, как бы, да, как бы продюсер делает ей массаж, это очевидно. Не зря мы сзади. Просто рук не показывает, потому что, ну, в VR. Потом все. Сенсей, пожалуйста, где-то там придавите. Ну тогда, ладно, продюсер, постарайтесь. Да, и ты хорошо постаралась, подняла себе ранг недавно. Ой, все, я больше не могу. Так, хорошо, значит, я сейчас попытаюсь потереть, короче, массаж тебе сделать. Еще и там, где тебе еще там, где еще нужно, короче. Короче, ребят, нужно сделать ей массаж. Только вот куда, не хз. Ну, не знаю. Давайте вот сюда. Ой, хмерка. А вы слишком сильно прижали. Извините, можете немного понежнее? Ой, извини. Я чуть похоже что-то не то понял. Я буду, короче, нежнее. Спасибо большое. Ай, прямо благодаря этому прямо мое тело ощущается более легкое. Так. Я немного утомился, но кажется, тебе понравилось. Короче, есть и другие члены, над которыми нужно присматривать. И не нужно расслабляться. Вот оно как, Рицко. Ты, в конце концов, доверь мне заботу о других идолов, а тебе стоит немного позаботиться о себе. Вы что говорите? А ну прекращайте тут свои правила в этом тренировочном лагере делать, придумывать. Да, но Рицко, у тебя же сейчас не время до этого. Это ничего не значит. В конце концов, я все-таки несу ответственность за 765 Pro. Даже и у меня мало времени. Я должна позаботиться о будущем 765 Pro. Вы что, думаете, что это не важно? Конечно, важно. Будущего офиса, а то. Что? Я походу не то сказал. От чего она офигела? Так. В этом офисе все-таки это офис идолов. Ирицко, я хочу, чтобы ты не тратила своего будущего именно на заботу обо всем этом. А думала о себе. Ну это. Так. Ну, все-таки мои причины, почему я хочу так заботиться обо всех, это потому что. Рисковать, тебе стоит добиться самой успеха. А не только думать о других. Ладно, я буду пытаться. Я все поняла. Буду следовать вашим советам. Идол этого офиса. Я идол. Ничего. Ну, вижу, она немного задумалась после моих слов. Это означает, что все-таки она делает какой-то прогресс в своем будущем. Я... Как я продюсирую. Ай, в смысле, мистер Сюрприз? Ты про какой косяк? Ладно.
Короче, сделали массаж, поговорили немного о ее целях, которые она должна дать приоритет. Ну и будем дальше ее развивать. Продолжение следует.